Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, ну что, посмотрим, какие у нас сегодня события доступны. Так, белая мгла, могучие деньги, хозяева тропиков, ну и босс. Ну, белая мгла, я думаю, надо пройти сразу же, да? Фараракас, Индрикотерий и Архиотерий. Так, против них я отправлю, наверное, Гасторнис. Так, шерстистый носорог и синтетоцерас. Поехали. Я думаю, мы должны справиться здесь. Уже не в первый раз мы эту белую мглу проходим. Жалко, конечно, что с первой плюшки наказать не смогу. Так, ускоримся, наверное, да? Ну, давай, давай, давай. Что? Фараракас, фараракас ты мой. Точнее, не мой, это фараракас вражеский. У нас... Блин, я, ребята, понял, что я попутал. Я поставил не того, кого хотел. Зачем я взял пустынника? Он поэтому и отдуплился. Надо же брать сразу шерстистого. На тебе, Индрикотерий. Он ничего нам не сделает. Это все ерунда. Раз-два. Раз-два. Наказываем. Ну и последний. Это Архиотерий. Упс. Ну все. Тут тебе, парень, крышка. Давай, носорог, бомби его. Да, слишком быстро и легко. Я просто первого взял совсем не того. Надо же было брать этих северных животных. А я взял кого? Гасторниса. Попутал. Ладно, ничего страшного. Так, вот здесь нам как раз понадобятся уже пустынники. Возьмем Келлинкина. Так, возьмем Индрикотерия. И нам нужен будет один мамонт. Вот так вот. Поехали. Хотя, в принципе, вот эти вот всякие эндрюсархи и тому подобное, они не настолько сложные, чтобы с ними тут заморачиваться. Вот если бы здесь был бы сумчатый лев, да, я бы еще напрекся. А с этими-то ребятами... Так, Архиотерий вышел. Еще и выпендривается. Ты посмотри на него, а? Ну, я могу сделать вот так вот. По просьбе трудящихся, как говорится, и взять бонус. Он сразу испугается и будет меняться. Естественно. Ну и что ты вышел тут? Так, Келлинкин, давай-ка выходи. Так, у него 713 хп. Все, в топку его. Глиптодон свое получил. Кстати, что Глиптодон, что Дедикурус, они оба похожи. Ну что, Архиотерий? Молодец, вырубил. Но мы сейчас в долгу не останемся. Мы в долгу не останемся перед ним. Поехали. Ну, здесь победа, и выходит Эндрюсарх. Он сейчас нас опять тут... Да. Тут он нас побеждает. А вот мамонт. Ну, ему надо добить, поэтому, я думаю, хватит нам здесь. У него 89 здоровья всего лишь осталось. Давай. На. Камнями, как говорится, по лицу. Ну, все, ребята. Это событие мы... Нет, вру. У нас еще один поединок. У нас еще один поединок. Так, Элсмотерий. Против него мы возьмем... Блин, откат что ли делать? Давай возьмем откатик. Блин, против оленя Эриматерий пойдет. Против Амфициона пойдет Ортинотериум. Вот такая у нас получается команда.
Ну что, мамонт, ты готов? Поехали. Сразу хоботом по щам получил. Меняется, ну конечно же меняется. Амфициона взял. Так, у нас против амфициона, по-моему, Ортинотериум идет, да. Ну что, бомбанем разочек? Вот так вот. 85 хп у него остается. Он сейчас будет меняться на оленя. На гигантского оленя. И вот тут... Слушай, а мы сделаем, знаешь, что с тобой? Вот так вот. Ага. Все-таки одну атаку прописал. Ладно. Ну, против него у нас есть вот, ребята, Элиматерий. И Элиматерий сейчас будет прописывать ему. Все, ему крышка. Так. Выползает амфицион. Ну, ему придется потратить 4 атаки. А он все сливает. Ну и прекрасно. Значит, здесь мы его добиваем. Причем на изи. И остается у нас последний вражина. Я думаю, что мы даже менять с тобой не будем. Так прям и пропишем сейчас. Да-да, Элисматери, тебе крышка. Причем огромная. Ну все, победа здесь за нами. Так, получаем награду. Колесо призов. И что нам тут выпадет? Да ё-моё, я думал, что микропозавр. Но не отдают суперзавра. Что там опять у нас? О, ну разберись. Так, здесь забрали награду. Совершить одну сделку. Давай-ка сделку быстренько сделаем. Очки доверия на еду не хочу. На колоболинга не хочу менять. Увеличен запас ОЗ. Ну давай вот этот вот поменяем. А здесь что у нас там в излишке? Афиакадона так много. На 90 долларов меняем. Давай еще посмотрим, что у нас тут есть. О, рамфоринг. Их очень много у нас, поэтому тоже можно, я думаю, поменять на баксы. Хотя можно было бы и на очки доверия, в принципе, поменять. Так, давай еще посмотрим, кто у нас есть. Тропиогнат, их тоже у нас очень много. Ну-ка, что здесь на очки доверия? А, один тропиогнат на 20 очков доверия. Можно было бы взять, конечно, и побольше. Так, здесь забираем награду и двигаемся дальше. По событиям. Так, могучий... Вот что это такое? Вот хозяева тропиков. Ага, микропозавр, культозавр. То есть нам можно взять летунов? По-моему, эти ребятушки попали по полной программе, я хочу сказать. Проверим. Очень интересно. Хозяева тропиков. Будем разбирать? Начнем с атаки сразу же, да? Окей. Так, микропозавр. Хорошо ударил, но все равно ему сейчас будет крышка. Замечательно. Ну что, выходит крутозавр. Опа, по-моему, у нас сейчас
истребят. Так и происходит, ребята. Так, у него почти 1600 хп. Раз, два, три. В топку его, да? Так, и последний выходит. Протерогиринус. 1718 у него здоровья и 278 атаки. Ты посмотри, что вытворяет, а. Все, ему крышка. В прямом смысле. Просто заклевали. Ну что, это был только первый поединок. А там, по-моему, их всего три. Давай смотреть. Ага. Их всего четыре еще. Блин, дофига ребят нам еще драться здесь. Так, ну что, берем тогда топиелозавра. Берем эдиуморфодона. И можно... Вот, кстати, надо... Друзья, надо птеродактиля прокачать до 10 уровня. Что за фигня происходит? С какого перепуга он у меня не прокачанный? Сейчас, секундочку, где у нас этот? Кстати, вот здесь вот яйцо созрело. Ага. Диморфодон. Поместить, конечно, поместить. Слушай, а диморфодона тоже можно было бы, наверное, прокачать. Но он слабенький, да? Сколько у него? О, 162 к атаке и 425 хп. Конечно, маленький еще. Я и думаю, что его не стоит никуда брать. А вот... Так, дай-ка мне, пожалуйста, птерозавров. Вот. Вот у нас птеродактиль. Перейти. Совсем другое дело. Так, заберем здесь еще награду. Ну вот, теперь давай посмотрим, что у нас из этого получится. Так, события. Хозяева тропиков. Значит так. Птеродактиль. Ну, птеродактиль. Хотя у него атака обалденная. Ладно, возьмем, сделаем вот таким вот образом. Так, а я же еще кого-то хотел... А, вот. Топиелозавр. Единственное, что меня не устраивает, это что у нас очень мало птерозавров. Ну что, я думаю, наверное, сразу ударим. Птеродактиль один из самых мощных птерозавров, которые у меня вообще есть. Да он даже сильнее динозавров будет, если честно. А, ты видишь, что творит? Так, сделаем атаку и сделаем защиту. Этого в топку отправляем, ну, догозавра. Так, выползает у нас ихтиостега. Будет атаковать, интересно, или нет? Не стал. Делаем атаку. Оу. В топку. И остается лишь диплотатор. Но он диплотатору передал все свои очки действий. То есть, получается, у него сейчас будет 5. 3 он сливает. А, 2 даже. И 3 очка у него остается действий, так? Так. Я рискую. Все, отлично. Ну что же, это событие мы... Да какое событие-то, я имею в виду? Этот бой мы тоже прошли. Событие. Да события еще там 2 поединка. Сарказух, Сикодонтозавр и Димитродон. Ничего себе. Ну, главное... Ох! А тут уже не только рептилии, друзья. Тут уже пошли и динозавры. Так, секунду. Значит, беру здесь Эдиуморфодона. А вот тут надо взять, наверное, Диплотатора. И Раджастегу. Зачем я Раджастегу взял... Ума не положу. Так, ну что, Эдиуморфодон, давай, бомби по нему. Большую часть здоровья просто снесли. Конечно же, он будет сейчас меняться. А мы сейчас посмотрим, сколько... Мы, в принципе, даже... Ого.
Слушай, ну он крут. Меняемся. Меняемся и возьмем с тобой еще вот так вот. Я сомневаюсь, что он сейчас будет брать обратно сарказуха. Ну что, попробуем мочкануть. Вырубаем. Так, а вот выходит и сарказух обратно. Ну, у него, да, 573 к атаке. То есть он меня, в принципе, вполне в легкую вынесет сейчас. С двух атак. А, он 3 тратит. Он 3 тратит, 2 очка действия он себе сохраняет. Получается, да? Раз, два, три. Поставим защиту. Так, и выходит Димитродон. Ё-моё, 7. 7 очков действий. Ё-просто, конечно, меня тут пропишет, ребят. Он 5 потратил, 2 очка действия у него осталось еще. Я даже не знаю, что здесь делать. Давай вот так попробуем. По-моему, нам крышка, друзья. Нет, выживем. А вот теперь ему кранты. Вот теперь ему кранты. Это нам повезло, что мы все-таки взяли 3 защиты. А не 2, как я хотел вначале. Фух. Это был очень опасный поединок сейчас. Ну, слава богу, победили. Так, и последний, заключительный. Смотрим. Угу. Ну, здесь, в принципе, одного птеродактиля за глаза и за уши, поверь мне. Ну, я вот так вот сделаю. И возьмем... Да давай кого-нибудь попроще возьмем. Ну, например, Скафагната. Они должны справиться здесь втроем. Вдвоем даже. Эдюморфодон и птеродактиль. Этого вообще с удара выносим. Акантостегу. Так, дальше выходит Эриопс. У него тоже, ты видишь, атака ни о чем. Все, парень, тебе кранты. Давай, 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 бомби. Отлично, и последний. Вот он, Прянозух. Ну, ему тоже, по-моему, крышка. Чуть-чуть не добьем. Капельку совсем, 65 хп оставим. Но он все равно здесь уже ничего не сделает. Даже если он все бы потратил, он бы все равно бы нас не смог победить. Поэтому давай его уже уничтожим, в конце концов. И получать будем свою награду. Так, золотые награды. Набор. Еда, еда, еда. Почему тираннозавр-то? Странно, я вообще-то думал, что нам рептилия достанется, а тут тираннозавр. Так, хорошо. Что у нас еще есть на событиях? Давай смотреть. Могучие деньги. Я думаю, могучие деньги я пропущу. У нас же есть еще, кстати, випка. Ну, сюда я что-то, честно говоря, не хочу идти. Я, наверное, пойду на арену, ребят. Мы даже не я даже не понял, где я нахожусь сейчас в данный момент. Ну давай попробуем взять спинораптора, диплотатора и ихтиостегу. Я даже не знаю, куда меня сейчас бросили-то тут. Пускай покажут. Упс. Зухамим. Но они все первого уровня, правда. Как-то не очень красиво здесь получается, да?
атакует, да, все-таки? Я, наверное, возьму... Вот так сделаю. Пускай он там берет Топуксуару свою. Возьмет же ее? Конечно, возьмет. А, нет, это... Тупандактиль. Ничего себе название, Тупандактиль. А вот теперь надо ее уничтожать, эту Тупандактиль. Желательно побыстрее. Все, против хищников мы уже разберемся нашими рептилиями. Там уже, как говорится, все без проблем будет. А что он заерзал? На тебе. Чтобы знал свое место. Так, Зухамим появляется. 14 уровня. Ну, это последний его поединок. Все, ты довольный? Давай, Деплататор. Покажем ему. Упс. Не показали. Но нам-то ты ничего не сделаешь. У него 80 атаки. Ну-ка, проверочка. Все, добиваем. Так, и покажите мне, пожалуйста, где я нахожусь. На каком месте. В охотниках 10% лучших. Я думал, что меня сбросили. Так, классический бойцы набор. Пеликанимим. Что-то мне его часто подкидывают, этого пеликанимима. Окей, погнали дальше. В принципе, судя вот по этому поединку, который у нас был, не такие уж и сильные противники у нас поджидают впереди. Но расслабляться не стоит. Мне бы, знаешь что, во, давай вот так вот попробуем. Спинораптор, стегоцератопс и афиакамим. Жалко, конечно, что я взял двух лиственников травоядных. Ох, как зря, по ходу дела. Не ожидал я, конечно, от такого вот сюрприза. Ох, как не ожидал. Ладно. Давай смотреть, что у нас получится из этого. Кстати, афикамим у нас 11 уровня всего лишь. Хорошо бомбанул парень, очень хорошо. Тоже тебя ушатываем. Так, а вот теперь пошли хищники. Ну, велоцираптор, понятное дело, тут нас подобьет. У него, кстати, не так уж много здоровья. Угу. Нам бы две атаки попасть. Раз, два, три. И крышка ему. Так, последний это у нас Тирано-Титан. 31 уровня. Он, смотри, какой слабый. У него всего 197 к атаке и 344 хп. Ну, он, скорее всего... А нет, он не должен победить. Или сможет. Сейчас проверим. Сейчас хочу посмотреть, что он будет делать. Вырубит или нет? Не-а. Тогда вырубаем его мы. Готов. Замечательно. Так, а сколько у нас еще будет длиться арена по времени? Так, какое место? 61. И достается нам 300 ДНК. Слушай, у меня уже 20 тысяч ДНК, уже пора куда-то их тратить. Так, смотрим. Еще будет 19 часов 24 минуты. Мало, мало. Так, берем Карнораптора, Уэрхозавра.
Блин, да кого еще-то взять? Ну, давай алангозавра возьмем. Ну, кого ты там не дашь? Галимим, Ихтиостега, Гриппозух. Две рептилии, это плохо, ребят. Так, ну этого с удара выносим. Замечательно, так, Ихтиостега. В принципе, не очень много здоровья, но очень хорошая атака. Да давай, давай, что-нибудь делай. Атакует все-таки, да? Все-таки не выдержал. Ну-ка проверим. Блин, 530. У него останется чуть-чуть здоровья. Но тут он нас уже вырубит, конечно. Тут у нас вырубит, а дальше Уэрхозавр займется этим делом. Так, делаем атаку и берем с тобой два бонусных очка. Так, выходит у нас Гриппозух. Гриппозух, Прянозух. Все на одно название. Ну давай, что там у тебя? 211 атаки. Ничего он не стал делать, ну и зря. Все, в топку его. Он думал, что я ничего не буду делать. Ага, конечно. Атакуем в первую очередь. 48-я позиция, только лишь. Опа, 50 долларов, спасибо. Спасибо. Двигаемся дальше. Берем апатозавра и двух таниколагриусов. И смотрим, кого нам тут в противники выдадут. Блин, как-то поставил я его неудачно. Давай поменяем. Все, музыка сразу исчезла. Блин, тут еще этот у него. Меняй, он сразу же мне... Причем берет Лимноринг. Зачем он так сделал, ума не приложу. Вот и все, вот и нет его. Метриоринг. Так, 3 очка действия. Куда он их потратит? Как он их потратит? Давай посмотрим. Слушай, он даже не стал атаковать. Интересно. Давай я вот так сделаю. На всякий случай. Если он сейчас переключится на тираннозавра. Ты смотри, ничего не делает. Я попробую пробить. Е. Ну а все остальное, я так понимаю, он скидывает на тираннозавра, да? Получается, у него там дофига сейчас 7. А, 8 даже. Ну, из этого всего он потратил, кстати, не очень мало. 6. Ну что же, я тебя поздравляю с этим. Тебе крышка. Вот так вот, друзья мои, делаются дела. В общем, мы в этой битве победили. Только вот проблема в том, что дальше кем играть? Динозавров все меньше, меньше, меньше. Двигаемся мы все хуже, хуже и хуже. Поэтому я даже не знаю. Последний бой сейчас будет. Ать. Ну что, возьмем нундагозавра. Просто неким драться, понимаешь? Велоцираптора и тираннозавра. Все, больше никого не осталось, к сожалению.
Я еще раз говорю, ребята, хотелось бы очень много динозавров иметь, но, видишь, не выходит. Ух ты, дарвиноптер, анкилодок. Ну, тут-то, конечно, вообще не в тему. Давай смотреть. Ну, что-то там. Я так же сделаю. Дарвиноптер. Ну давай уже, хорош. Он, кстати, чем-то похож на рамфоринка, да? Смотри, он ничего не стал делать. Он хочет нас пробить. Или обмануть. Я не знаю, что он хочет сделать. Поехали. Все, доигрался. Так, анкилодок. Он, по-моему, тоже ничего не сделает нам. Возьму тираннозавра, наверное, сейчас. Если он не ударит. Возьмем тираннозавра уже, в конце концов. Тут у него сразу слабость становится. И попробуем пропечатать. Вот и все. И остается Велоцираптор мод 2. Семь очков действия, обалдеть. Вот так вот ты делаешь, да? Хорошо. Проверка. Не прошел. Не прошел, друзья, он никакой проверки. И мы здесь выигрываем. Но с ареной уже сегодня будем закругляться, потому что динозавров вообще не осталось. 30-я позиция. Деньги. 20 тысяч, понятно. Так, что у нас тут? Сыграли на арене. Используйте 3 ускорения и собрать 3 мода. Ну, моды сейчас мы с тобой быстренько заберем. Будем деньги тратить, получается, да? Поехали. Блю, что ты мне подкинешь? Увеличивает запас ОЗ на 20%. Окей, давай следующий. Здесь дает несокрушимость. И последний. Набор модов, а? Ну посмотри. Так, увеличит показатель атаки всех союзных существ на 100. Первый полученный урон снижается на 50%. То же самое. И даже если атака вашего существа заблокирована, она наносит 40% урона. Это круто. Плюс 60 очков доверия. Забираем награды. И используем 3 ускорения. Сейчас мы сделаем с тобой быстренько. Ускоримся. Да хорош ты уже, успокойся, господи. Все, ребята, выполнили все задания. И даже ежедневный пак. Открываем. Деньги, еда, 40 долларов и летучая карусель. И 260 очков доверия. То есть получается у нас 8000. Еще 2000 и все, ребят. Оу. Статуя Феникс 44. Забираем, конечно. Накопили все-таки. Деньги, ДНК, деньги и статуя Феникс. Пока все статуи, которые были в игре, ребят, я все их получил. То есть сейчас мы с тобой поставим эту статую. Там 7% идет бонусом. Вот она.
Вот сюда вот мы ее. Нормально она тут будет смотреться. Круто. Ну а на этом, друзья, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!